Что это такое у вас в руках, Сергей Сергеевич? Это, можно сказать, современный сенник. То есть, это сенник? Да. То есть мы раздаем сено, вставляем прямо сюда. В каждой клетке, вы это увидите, в больших клетках у фландров стоят такие сенники. Очень удобные тем, что кролики сено не разносят по клетке, едят прямо только отсюда. Я не понял, как вставляем? То есть как... Это как подстаканник, что ли, какой-то, и туда сено пучком вставляется или да, как? Да, вставляется пучком, я покажу. Отлично. То есть это вы сами придумали? Да, сенник. Вот такой сенник. Да. А он вытаскивает из этого? Он прямо ест, не вытаскивают они. То есть не разбрасывает? Нет. Интересно. И тем самым очень минимально отходов. То есть туда падает минимум уже вниз.